Сейчас мы вам продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо сидит. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Гуляй. По команде гулять собака должна гулять. В это время мы будем подготавливаться к отработке команды ко мне. Команда ко мне — это сложная команда. На первом этапе, как я уже говорил, отрабатывают в определенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно собаку нужно поощрять за правильно выполненную команду. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Гуляй. Обязательно не скупитесь на поощрение. Собаку нужно поощрять за правильно выполненную команду. О, установили контакт с собакой. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Красавец, пес. Рядом. 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 Место. То есть это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан, свою работу окончил. Молодец, пацан.